Привет! Команде Стельмах наш! Привет! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас Сильверлига и в достаточно прекрасную погоду, как для промежутка, который нам попался в этом месяце. Встречаются две команды, Люксор и команда Стельма. В составе команды Люксор сегодня на воротах, как всегда, самые стабильные, несменные Остапенко Руслан, Мироненко Андрей, Бурда Дмитрий, Плошница Стас, Станислав, Зиядинов Арслан, Перепелица Назар и Закревский Томаш. В составе команды Стельмах Перфилев Никита, Тандюк Владислав, Нинов Денис, Никитин Павел, Залевский Богдан, Яценко Тарас, Пугач Константин и Пугач Ярослав. Зиядинов, Мироненко, Плошница, Пугач Константин, перехват, передача Станислава Плошницы и достаточно хлестко пробивает. Игра будет в высоком темпе, команды любят очень атакующий футбол, но при этом тактики какой-то придерживаться не сильно, наверное, любят. Стоит отметить, что не просто многим командам забивать ворота Люксора и как раз таки счета. С этой командой не такие крупные. За счет как раз таки качества игры вратаря и хорошо выстроенной защиты. Но вот свое создавать Люксор не всегда легко дается. Но за счет трудолюбия и упорства они свои моменты находят. Впрочем, как на самом деле и Стельма. Ну вот у Стельма, наверное, посильнее развита атака, правда, и защита чуть слабее. Бурда пробовал обыграть Мироненко на Зиядинова. Хороший уход на фланг Зиядинова. Пугач. Плошница на Мироненко. Зиядинов. Перфилев, Надежда фиксирует мяч, тут же бросает на Пугача Ярослава, Нинов. Есть. Хорош. Сели, горячко. Все, селечка. Константин навешивал на Дениса, и Бурда там просопровождал выход мяча. Денис даже не стал особо активно включаться в борьбу в этом моменте. Андрей Мироненко. Пугач Константин обыграл с Ярославом. Ударная позиция, хоть и очень острый угол, но вот такие моменты особо в глаза не бросаются. Но Остапенко вот в таких моментах именно цементирует как раз такие удары. Цементирует, я имею в виду, в плане того, что вероятно, что ты забьешь вот с этого фланга из 10 попыток равна 0,05%. Вот в чем и определенная заслуга вратаря. В таких-то эпизодах ни эффектного сейва тебе, ничего, но и голов нет. Поэтому нужен момент, где ты таверного разыграешь, ну или уже ударишь сильнее, чем обычно. Вратарь там где-то под ногой пропустит, где-то не успеет среагировать. Вот как сейчас. И супер шанс этот Яценко Тарас не использует, хотя он был. Давай со своей. Опять же, акцент хотелось бы подать на том, что большое количество моментов Стельма, к сожалению, не реализовывают в важных особенно матчах, и сами они это знают и борются с этой проблемой. Зиядинов. Андрей Мироненко. Передача была изначально направлена в борьбу. И вот что творит тут Остапенко, друзья. Вернулся он и заблокировал этот прострел. Там, где капитан ваш. Все, теперь со своей, пацаны. Мироненко.
на Томаша, Закревский на Лева, на Бурду. Пугач. Сели. Константин на правый фланг. Там простреливал на Ярослава. Бурда разгоняет эту атаку. Три сейчас игрока. Три варианта, вернее, было на предложении. Ну и Перфилев там каким-то трудом все-таки вытащил мяч. Хотя близкий сейчас Люксор был к тому, чтобы забивать первый мяч в этой встрече. Капитан назад на Томаша Закревского. Бурда. Есть! Ярослав Пугач на Константина. Минов. Вот такая страховка от Томаша Закревского. Андрей Мироненко. И перехват от Пугача Ярослава. Пробирается он по правой фланге. Ну все правильно там сделал Андрей. Он просто вытеснил его в максимально безопасную зону для своих ворот. А дальше уже и вынужден был там, будем так говорить, вытащить за пределы поля. Зядинов. Снова Зядинов. Перепелица. Хороший удар от Зядинова в догонку. Еще один. Яценко на Нинова. Хороший проход. Ну и шанс у Янчука только что. Как минимум забивать, почему нет? Яценко на Нинова. Дальний диагональный навес. Тарас не смог обработать здесь эту передачу. Мироненко. Остапенко на Янчука. Как же быстро перемещается в борьбе за отбор, в борьбе за мяч команда Люксор. Вот в чем заслуга того, что малое количество мячей также пропускает. Это общая работа всей команды, и вратаря, и защиты, и всех игроков, в целом работающих на отбор мяча в сложных ситуациях. Лошница. Станислав ищет заброс. Перфилев Никита. Яценко навешивал туда вперед в борьбу для Нинова. Перепелиться на Плошницу, снова перепелиться. Креативное решение, но к чему-то особому оно не привело. Правда, поддержку от Зиадинова, я думаю, Назар слышал. Неужели это у нас автогол, друзья? Яценко Тарас случайным образом не дал чужим забить, как говорится, но сам реализовал. Нинов. Ложница на Янчука. Перфилев на Нинова. Денис по диагонали навешивал на Ярослава и дальше
уже дело, как говорится, за голкипером команды Люксор. Остапенко Руслан будет вбрасывать. Отличное открывание от Томаша. Закревский медлительно как-то принимал в этой ситуации решение, вынудил вот таким образом действовать Станиславу Плошницу, иначе выхода не было. Без рискового выхода, я имею в виду. Назар перепелится. Классный уход в сторону и... Поцеловал голову Перфильева здесь Нинов за то, что она выручила в этой ситуации. Вот такой юмор немножко от Дениса. В хорошем настроении сегодня и одна, и другая команда. Да и погода, я повторюсь, отличная. Нинов. Плошница. Станислав ищет решение, отыгрывает на бурду. Бурда на Янчука. Зиединов. Выигрался с Янчуком. Дальше решения особо не было. Дальний, дальний, Ромчик, убеги дальний. Рывок. Зиединов на Плошницу. Снова Зиединов. Залевский. Тандюк и Залевский перепасовались друг с другом. Угач. Чудным образом мяч к нему все-таки попал. Индивидуальная игра от Кости. А вот этот сброс совершенно неожидаемым стал, как мы видим. Зиединов. Удар не сильный, но насколько хлестко делает этот замах. Быстро. Плошница на Зиединова. Вот здесь уже хлесткий замах. Совершенно не точно. Давай реши, Никита, ниже, ниже, Дима, со своей линии. Центр. Дима, ближе, Дима. Нинов. На Тандюка мяч покидает пределы поля. Андрей Мироненко забрасывает. Перфильев на мяче первый. Обыгрался с Денисом. Капитан ускоряется. Ну, дальше вот такой навес в борьбу, на самом деле. Как по мне, пробить бы вот здесь было поинтереснее. Но этого Денис не стал делать. Димон, ну ты стоишь, искать. Отлично, отлично. Есть, есть. Бурда. Старался Зиединов открыться, а тут уже мячом-то за Стельмах завладел. Залевский. Хороший по силе удар головой. Там Тандюк пробовал сделать все возможное, но не попал по мячу. Мироненко на Зиединова. Нинов на Пугача, Константин в борьбу. Станислав Плошница надежно закрывает корпусом доступ к мячу. Бурда. Константин Пугач. Снова Мироненко и просто на вынос. Андрей Мироненко. Вот такой сброс. Станислав достает этот мяч.
Можно? Нельзя, конечно, принимать вот с таким отбросом в у своих ворот. Едва ли за это не поплатились Зиадинов. Пробовал обыгрывать Тандюка. Устоял на ногах. Ну как устоял? Относительно устоял. Мяч-то, мячом-то владел. Остапенко. Ну, перепелицу. Кто встречает? Залевский на Пугача Константина. А тот уже на пробросе хотел Андрей Тамироненко обыграть. Мяч вышел за пределы поля. Разыграли свой аут Стельмах. Залевский на Яценко. Так, пацаны, смены надо давать. Перфилев Никита. Прием на мяче. Плошница. Перепилится Назар. Лево тянь. Я правый. Пугач. Андрей Мироненко на Зиадинова. Назар перепелится. Ну и мяч покидает пределы поля. Не разводишь, раз. И шире. Оставь. Залевский. Дома. На Пугача. Остапенко на Зиадинова. Арслан попробовал обыгрывать вот таким скрытым финтом. Константин Пугач. Залевский. Еще один удар в догонку, но слабый для того, чтобы как-то мы так и сделать заявку на то, что сейчас забьет гол. Возвращаемся, пока с Ярик есть. По игрокам, давай, держим. Еще один сезон. Костя, набегай. Умница. Вот ребята, не ловим. Дальня. Перепелица. И вот такой у нас тайм-аут. За 3,5 минуты до конца первого тайма. Ложница на Янчука, это выше ворот, удар. Ничем особо не опасен. Ярослав Пугач, Залевский. Один в один, шанс отличный для того, чтобы забивать. Но не получается у него здесь переиграть, голкипер. Нинов пробивал Денис. Выше встречаем. Лошница. Есть. Перепелится Назар. Давай. Ярослав Пугач на Нинова. Перепелица. Проси.
шире, шире, есть. За спиной. За спиной, пацаны, двое. Есть. Сбегай, солдат! Наш! Спокойно, сын. Я тут, я тут. Со своей. Сразу разыграй. А вот для Стельмаха можно так разыгрывать. На самом деле Залевский просто покатил мяч и убежал в сторону. А вот то, как уже после этого действовали, собственно, Люксор, это, конечно, вопрос. Янчук. Нинов. Денису как-то не дают свободно сегодня пробивать, быть на острие, а так. Оставляй в игре. Перфильев. Два сразу. Рука была там у Дениса, ну. А что ж никто не идет? Ну, блядь, на дальний. Прижатая, видимо, по этой всей. Поэтому не особо как-то давал свисток. Судья. Томаш на плошницу. Марс, да, Денис твой. Бежит к нам, Влад! Ну! Закревский в разрез между игроков отдавал, но Янчук не побежал, не поборолся. Зиединов на Янчука. Ромчик, давай чуть на доверие бежим. Янчук на Томаша Закревского, Залевский выигрывает борьбу, успевает встать и хорошо пробивает в дальний угол. Тем самым сравнивая счет. Ну а 19-й минуте. Бурда. Тандюк. Нинов. На Ярослава Пугача. Снова Нинов, Денис. Никаких спин. Снова Нинов. На Ярослава Пугача. Очень сильно, очень неточно. Ни для кого из своих. Хотя, по всей видимости, какой-то заброс, наверное, на Тандюка пробовал сделать здесь Ярослав Пугач. Навес от Люксора. Передержали время на вводе аута, и поэтому будет Стельмах разыгрывать. Звучит свисток, у нас перерыв 1-1. Thank you.
Прозвучал свисток и начался второй тайм. Стельмах разыграли свой мяч. И оценка на Нинова. Андрей Мироненко не мог уже в другую сторону резко ускоряться. Здесь Бурда, Залевский, снова на Нинова, Денис. И оценка Тарас корпусом закрывал, а Янчик отработал в этой ситуации. Зиадинов на Бурду. Снова Янчук на Андрея Мироненко. Активно Люксор комбинирует. Слишком активный отбор, который приводит к тому, что у нас фол. Уже, казалось бы, на первых минутах. Арслан. Подбивает не точно. Перфилев будет водить мяч. Никита вкидывает на Дениса Нинова. Налево капитан. Не раз сегодня пробовал какие-то такие навес, пока что они результат не принесли. Бурда на Янчука. Вдоль бровки передач. Нинов, Денис. Зиадинов на Остапенко. Перфилев на Нинова. Зиадинов на Янчука. Там Залевский первый на мяче. Отбирает. Ну а дальше как-то выйти вот под этого прессинга, мы видим, непросто было здесь в девятке Стельмаха. Но лишь аут заработал, и то с него достаточно позитивно разыграл мяч. Прямо в него, Ром! Дальний, давай. Не круто, говорили, смотри, Юрки пацан. Да, кто бьет? Бежит! Янчук! Нинов, Денис. Мироненко. Снова Нинов. Просто назад на Перфилева. Перфилев на вынос. Вперед. Янчук подхватывает. Хорошее решение от Андрея Мироненко. Вот так подключиться к этой атаке. Но, правда, тут обработать плотный такой выстрел Зиадинова было почти что невозможно. Всегда на дали. Все, садимся. Право, потяну. Право, смотри, потяну. Перфилев на Яценко, Тарас. Я! Навешивает в борьбу Остапенко, вбрасывает на Зиадинова. Арслан между игроков. Снова на Бурду. Мироненко. Андрей. Только лишь Шарслан сказал «есть», как сразу же шансов были на перехват, и этим воспользовались полностью. Константин Пугач. Перфилев на Нинова. Не надо. Долго. Ну ты что, тут не ты на двоих идешь сам. Так вот тут я тебе даю, не могу. Нинов. Лево! Остапенко на Мироненко. Бурда. На Зиадинова.
Зединов на перепелицу, Назар на плошницу, Станислав каблуком попробовал там отыграть, не успел. Не, он просто передо мной, я себя защищал. Денис на Тандюка. Ярослав Пугач. Ищет решение. Отыгрывает вперед вот так на Залевского. Он единственный автор пока что забитого мяча. Я напомню, что 1-1 у нас сейчас счет на табло. И то, что я и говорил, с этими командами, точнее, с Люксором, с этой командой, мячей много мы не видим. Вот умеют они хорошо обороняться, да и сами создать большое количество моментов не могут, так как много внимания уходит на то, чтобы играть хорошо, надежно в защите. Есть, я с тобой. Назар перепелится. Денис Нинов ускоряется. Два футболиста как предложение против двоих. Не стал через пас играть, пробил. И вот удар полностью заблокировали Люксор. Аут для Стельмаха. А вот такой не сильный удар, но более неудобный, как мы видим, для Остапенко. Зединов Арслан ускоряется по правой бровке. И Залевский отрабатывает просто идеально в этой ситуации. Даже мяч остается у Стельмаха. Вернее, его будет вводить Перфилев Никита. Залевский. Назар перепелится на плошницу. Станислав. Андрей Мироненко. Ярослав Пугач на Нинова. Это не передача была от своего запланированного. Но Томаш тут эмоционально воспринял этот эпизод. Пугач. Андрей Мироненко. Дальше на перепелицу Назара сильно, не точно и даже, как бы, будем так говорить, не перспективно, потому что поле там не оставалось-то особо. Ярослав Пугач на Константина. Томаш Закревский. Константин Бугач. Яценко на Ярослава. Остапенко на высоте. Сблизился вовремя, сократив дистанцию, тем самым свел на нет какой-то шанс. Янчук на Станислава Плошницу. Перепелится Назар. Томаш. Хороший рывок от Закревского. Добивание от Назара перепелицы. Вот дублирующий удар уже, на мой взгляд, зря делал Назар. И тайм-аут берет команда Стельмах. Ей нужно переговорить что-то, потому что ситуация пока что не в чью сторону, а просто 1-1. И просто ничья. Thank you.
Ближе к Томасу, ближе к центру. Перфилев, Яценко, Пугач Константин с продолжением вот так туда на Ярослава. Томаш Закревский. По тобой. Перфильев. На Пугача. И оценка. Вот такой хлесткий разворот. Станислав, прошу прощения, его перехватывает. Томаш. Супер шанс у Закревского забивать сейчас. Острый угол, конечно, но Перфильев там не закрывал прям идеально ближнюю штангу. Да и решения были еще другие для удара. Какого-то более неудобного. Ровно 10-минутка остается до конца этой встречи. Не можно. Томар Закревский. Снова Томаш. На Станислава Плошницу. Садимся, Томаш, садимся! Громче, садимся! Янчук на борду. Пугач. Шанс у Ярослава только что был. Томаш. На борду. Нино. Вперед просто загружал Нино в Денис. Ярослав Пугач на Константина. Ну, Ярослав. Лево смотри. Лево. Пугач. Но не ново. Мироненко. Центр тяни, Дима, центр. Нет. Туда. Плошница. Боня, бежать. Станислав на Андрея Мироненко. Янчук. Ярослав на Константина Пугача. Ударная позиция. Остапенко вот таким образом должен выручать поворот своей команды. А лучше бы, конечно, Денис здесь пропускал, а не боролся. Как-то стараясь сохранить мяч. Арслан Зиадинов. Снова Арслан Зиадинов. Дальше пробирается. Андрей Мироненко на Плошницу. Ярослав. Перфилья едва ли не передержал мяч в своих ногах на отведенное ему время. Залевский. И тайм-аут берет Люксор за 6,5 минут до конца этого матча.
Куда товарищ? Снимайся, еще дальняя штанга. Арслан Зиадинов на Томаша. Мироненко. Залевский перехватывает. Запутался тут, где нельзя было запутываться. Шанс у Андрея Мироненко сейчас будет. Нет. Мурда совершенно неправильную передачу в этой ситуации отдает. И пронесло, на самом деле, Стельмах. Ненов Денис. Снова Ненов, хороший навес. Ненова Дениса, Залевский точно вроде бы бил, но Бурда выручает. Пугач. Константин Пугач, Залевского. Дом. Да домой, блядь, сыграй. Ненов на перфиле, в основном Ненов. Доставай. Хорошо, помогаем. Томаш. Вступил на мяч, отыграл на Андрея Мироненко. Зиадинов сильно положил мяч и точно, будем так говорить, но перфилем готов был к этому удару. Угловой удар, дублирующая атака от Люксора. И досадно, но прямо в руку Залевского. И у нас пенальти, друзья. Зиадинов будет пробивать, как я понимаю, Арслан. Но весомый момент на самом деле. За 4 минуты до конца встреч. Не забивает Арслан. Остапенко с тобой. На Зиадинова. Арслан точно на перепелицу Назара. Томаш. И находит свой шанс Зиадинов. Арслан, будем так говорить, смотивировала его незабитая пенальти. Тут. По игрочку. И решительным ударом Залевский забивает со штрафного и сравнивает таким образом счет, друзья. В чем загвоздка? Вот почему пропустили со штрафного? Вопрос, конечно, интересный. Ярослав Пугач, Нинова, Зиадинов. Если кто-то замен.
И оценка на Нинова. Пугач. Ярослав забрасывает на Константина. Там запутался 20-й номер Стельмаха. Зединов. На Томаша. По игрокам, не по зоне, по игрокам забираем. Я забрал позже. Два два. Я напомню, у нас сейчас счет и полторы минуты всего лишь до конца. Бурда. На Янчука. Константин Пугач. Сам решился на удар. Не стал на Яценко Тараса играть. Бурда сейчас пробует закрывать корпусом. Яр, туда. Сильнее. Сели. На него. Пугач Ярослав. Давай. Игорь, хорош. Тарас. Мяч вышел. Да, Пугач, пыль. Пиздец. Остапенко. На Плошницу. Перфилев первый на мяче. Атакуй. Остап. Руки. Остапенко на Бурду. Плошница. Снова Бурда. Перепелиться на правом фланге. Ну и Нинов вот таким образом играет в отборе. Садимся все! Дима за спиной. Денис тут в центре идет. Встречай, Игорь. Константин Пугач. Хороший шанс забивать, только что был Ярослав Пугач, да не ново. 12 секунд до конца всего лишь. 5 секунд. Перфилев. Вышло время, 2-2, друзья. Такая ничья у нас в пятом туре.